بسم الله الرحمن الرحيم تكاك بروك محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نيلوشي إذ واسي بلاي تتوكتو نوشيص القرآن يابو شال درغي اتت قال الله صلى الله عليه وسلم تاجه بسلانك الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس فقيل من أهل الله منهم Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине у Аллаха есть приверженцы из числа людей. Люди спросили, кто же они, о, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи Кто это приближенные люди к Аллаху, кто же они? Он сказал, саллал, приверженцы Корана являются приверженцы Аллаха тааля и Его приближенными. То есть тот, кто живет с Кораном, тот, кто читает Коран, тот, кто старается жить по Корану, не переступает границы Корана, это приближенный человек Всевышнего Аллаха Субханаху